Здравствуйте, мои дорогие друзья и коллеги. Хочу обратить ваше внимание на одно из растений, давно известным для аквариумистов. Это Эхинодорус горизонталис. Вот в таком плане он у меня растет. Никаких особых усилий для его содержания не требуется. Ну и достаточно заяленный грунт, конечно, желательно. Но не требуется дополнительных удобрений, СО2 и всего такого прочего. При обычной воде водопроводной по жесткости 12 градусов, при pH 7,3 и температуре 24-26 градусов он прекрасно растет и размножается. Вот здесь вот показан два куста с такими вот хорошими листьями. Ну, он лучше, конечно, растет на невысоком уровне воды. В данном случае здесь 30 сантиметров от грунта до поверхности воды. Это его вполне устраивает. Соседние растения ничуть не мешают. Ему достаточно света. Хотя, конечно, он светолюбив. Почему в высоком аквариуме этот нужно увеличивать, значит, силу света? А здесь вполне хорошо ему и удобно. Вот и рядом с ним здесь вот находятся ричи. Декорирует немножко тут грунт и стебли растений. Стебли ничего такого собой не представляют, важно листья. Поэтому я туда поставил ричию. В принципе, там хорошо себя чувствует. И даже всплывать не хочет. Здесь на переднем плане лесимахия. Вон там он, анциструс, чистит листья эхинодоруса. Вот он, голубчик. Это с собственного разведения. Вот такая гармония получается. Все на своем месте. Вот тут петельки бегают. Так что рекомендую заводить вот такой эхинодорус. Он не гибридный, самый обыкновенный. И растет прекрасно, и декоративность у него хорошая.